Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте. Сейчас мы выполним 577 упражнение. Необходимо выписать сначала прилагательное, затем существительное. Выделить корень в выписанных словах. Итак, давайте выполним. Робкий, синий, белый, пугливый, жестокий, трусливый, безжалостный, несмелый, бессердечный, малодушный, бесчеловечный, медлительный, верный, неторопливый, надежный. Робость, синева, белизна, пугливость, жестокость, трусость, безжалостность, несмелость, бессердечность, малодушие, бесчеловечность, медлительность, верность, неторопливость, надежность. Также нужно подобрать синонимы: робкий, нерешительный, застенчивый, жестокий, бессердечный, черствый, бездушный, неторопливый, размеренный, плавный, неспешный, медлительный. Также необходимо обозначить условия выбора букв ЗС на конце приставок. Если мы с вами видим, что корень начинается с глухой, то мы пишем С. Если корень начинается со звонкой согласной, то мы пишем З. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.